хлопок по скамейке. Наша команда выдвигается в город. Это деревенская Эля. Это наш водитель Марс. Марс, кстати, да. Это наш... Ты помнишь, Эмильян. Да, краснощекий Эмильян. И ваш вечный оператор Алекс Хрендер. Мы прощаемся с этим чудесным фестивалем. Не ждите от нас видео по этому поводу. Не ждите от нас ролика. Это все останется на камере. Навсегда. Емельян самый довольный, да? Итак, день первый. Мы приехали в лагерь. Босс Игорь, босс Эля. Вот вид на городок. Погода радует нас. Наша палатка и наша бумажка. Мы пошли в поход. Вот мы идем в поле. Вот это поле. Вот там один лагерь. Вот там другой лагерь. Мы ходим из поля в поле. Проспект Луговой. Пошлите налево, нам кажется, или прямо пойдем. Иду быстрее. Куда быстрее ты? Как прям быстрее, куда быстрее ты? Детскую площадку. Скорее на детскую площадку. Это не детская площадка, это смотровая площадка. Вот и туда. Там ты залезешь, да? Вон, сейчас туда полезем. Мы пришли на главную площадь. Яранга солнца. Кофе, кафешки. Эмилия, скажи привет. 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 Смотрю. Что это? Мостик. Да? Куда пришел? Обед. Оцени обед. Что ты думаешь об этом? Обед. Обед. Бери, наматывай, ешь. Насчет звезды Мишлена, да тебе или не да? Звезды кого? Мишлена.
что бы ты сделала лучше? Я? Ничего. В этих условиях я бы вообще ничего не делала. Блин, меня полностью устраивает. Ого, какое дёрище! Посмотри, целую кучу ребят. Которые реально можно было у нас собирать. Не все, не то, того лечуть, того. Интернет-зависимый, и я интернет-зависимый, еще как? Я интернет-зависимый. Признайте сами себе. Я интернет-зависимый. Еще. Готовы? Стрела. Я, где? И твоя стрела тут. А папа не возит. Папа тоже есть, да? Мама! Алло, ты еще можешь весь вечер. То есть, когда мы уже день съели, два. Ты решил снять камеру? Мы все съели. Я твой 10% заряжаю. Второй день мы все съели. Еда кончилась. Сосиски кончились. Остались только сушки. Не надо за сушки. 10% нормально. И печенька. И печенька. И картошка. Привет, картошка. А ты корова. Очень добрый шут у вас. День два в деревне. Книжный дом. Всё. Пошли. Там у нас напевы деревенские. А мы идем на пляж. Какая-то лесная девчонка ведет меня куда-то. Какие-то леса просто. Семки грызет вообще. Смотрите на этот лук просто. Холщовая сумочка от Гуччи. Очки от Вьетнами. Галоши на босу ногу. Штанишки группы Pink, да. Для тех, кто дальтоник, специально черный надел. Я искал холщовую эко-сумочка. Да, смотрите, мы выходим на пляж. Это вам, конечно, не Дананг. Да, и, возможно, даже не Квиньон. Но вполне себе пляж. Вполне себе достоин
Широкий очень пляж. Да. Да, смотрите, какое просто море разливанное. Речка. Куда мы пойдем? Вон, где хвост рыбы. Красиво. Часть 2 нашего крайнего обеда. Сегодня у нас на обед, как и вчера, роллтон с сосисками, с тушенкой. Ну и еще у нас добавок будет печеная картошка, а также цыпленок, а также огурчик свежий. Эмиля, ты рад? Скажи, Эмилька, ты рад? Да. Прям очень рад? Прям Эмилька вот так рад, что уронил сосиску на землю. Но хорошо, что она упала на сено, поэтому ничего страшного не случилось. Через минуту снимаю, потому что уже маленькая. Ну, давай. Ты не с той стороны укусил просто. Вода ему не нравится. Здесь? Да, с другой, с этой стороны кусай. Не с той стороны укусил просто. Лагерь опустел, набегают тучки. Скоро поедем домой к бабушке и дедушке. Отмечать наш отъезд. Слушай, там все проще, теперь я вижу. Там пытаются быть ближе. Там молчат и ценят слова. Почему не видел раньше? Почему вокруг было столько фальши? Почему казалось, что все мне назло? Слушай, посмотри, как красиво. Я здесь, я счастлив. Кто здесь такой спрятался?
Покажись. Ну-ка покажись, кукуруз. Кто здесь кукуруз? Кто здесь кукуруз, кукуруз? Out of the